И всем привет, дорогие друзья, это новая рубрика на моем канале «Что же купит бомж на 1 миллион рублей?». Я увидел этого человека в банке и решил, что именно он получит этот 1 миллион рублей и закупит на него все, что захочет. Ну а я вам напоминаю, что я играю на сервере Cherry, на Black Rush, ссылочка на игру будет в описании, а также при регистрации на вишневом сервере регистрируйся на мой ник Сергей Миронов и вводи мой промокод хэштег Мирон. Ну вот я уже забираю этого бомжика из банка, чтобы объяснить ему всю суть ролика. Ну го, все, отъезжаем, дорогие друзья, и сейчас мы ему расскажем, в чем же все-таки суть данного ролика и вообще как ему, насколько ему повезло. А что будем делать? Сейчас, братишка, ты все узнаешь, что мы будем делать. Вот здесь я ему, пожалуй, и расскажу, что да как. Короче, ты попал на бабки. Ладно. На розыгрыш. 1 миллион рублей. Тут, короче, долго я искал значок рубля, но потом вспомнил, что его тут нету. Серьезно? Нет, я пошутил. Тачку хочет. Ну, давайте спросим, какую он хочет машину. Sky можно? Ну, конечно, можно. Он же сколько там? 700 тысяч вроде, да, стоит. Так, далее мы поехали в банк, я ему перевел 700 тысяч, и мы поехали в автосалон. Сейчас он проверит свой счет, снимет денежки, и мы полетим. Так, вот, наконец-то он уже отошел от гребаного банкомата, снял деньги, и все. Сейчас мы поедем в автосалон за Скаем. Вот мы уже подъезжаем к автосалону, вот так вот даем бачком, дрифт, зима все-таки. Вот, после чего он пошел покупать. Ты утубер, что ли? Да, ок, круто. Да, круто. Все, иди покупай, давай. Все, он зашел, и сейчас он купит машинку. А я пока постою в своей развалюхе, которая даже дымится уже. Господи. Так, вот он вышел. Ну что, давай показывай свою лайбу. Ну что, где твоя лайба? Там он вылетел, короче, вот перезашел, и вот его Sky. Да, пушечный на самом деле. Все, и сейчас мы поедем в банк, чтобы он прикупил себе какой-нибудь скинец. А то вот в таких скинах ходит пол сервера на самом деле. Кстати, ребят, если вы хотите попасть на следующую рубрику «Что купит бомж на 1 миллион», оставьте свой комментарий, и тогда я рандомно выберу, кому же в следующий раз достанется 1 миллион. Я перевел ему 250 тысяч. И сейчас мы поедем покупать ему скин. Вот мы уже у магазина одежды, иди покупай скин. Интересно, какой же он скин купит? Я ему перевел 250 тысяч, а купит он скин за... А я не знаю, кстати, сколько он стоит. А вот он. Ну, слушайте, прикольный скин. Он, ну, 1100, наверное, стоит. Ну, около 100, наверное. Не знаю. Ну, остальные бабки в любом случае его, поэтому меня не должно волновать, куда он их потратит. Ну вот я его спрашиваю, что можешь пожелать моим подписчикам. Он очень долго отвечал, поэтому я обрезал. Я вам и тебе желаю, что вы к нему подписались и чтобы у тебя было 100 сабов. Спасибо огромное, удачи на дорогах на новом Скае. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.